Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы наконец-то дождались того момента, когда Black Mesa можно пройти полностью. Вчера, что ли, позавчера, или даже вышла полная версия в бета-тест. В общем-то говоря, я ее установил, но сохранений-то у меня не было, твою ж мать. Сохранения-то все изничтожились. Уже к тому моменту пришлось попросить одного человека, он мне добежал быстренько до вот того самого места, с которого, на котором мы закончили, за что ему огромное спасибо. Собственно, мы продолжаем Black Mesa спустя сколько лет-то, блядь? С 12-го года они ее делают, эту игрулю. Это прошло уже дохуя лет, твою же мать. И вот, наконец-то, я, между прочим, на самом деле хотел дождаться, когда уже игру просто выпустят полностью. Ни в каких там бета-тестах, блядь. Зелупестах, нахуй, чтобы уже все, была готова игра. Но что-то во мне перевернулось. Думаю, блин, хочется ведь поиграть. Да, давайте все-таки поиграем. Сейчас я, единственный момент, я нихера не помню, тут у нас, что вообще, какое оружие-то есть. Я посмотрел, я последний раз записывал игрулю 28 сентября. Это же сколько прошло, больше 2 месяцев прошло. Охренеть просто. Вообще просто ужас. Так, пистолет у нас есть, магнум тоже есть, автомат есть, дробовик. Дробовика нет. Есть у нас арбалет. Секундочку, РПГ, с которой я бесился, блядь, всегда, потому что не знал, что мышкой-то управлять надо, снарядом-то, да. Вот оно, мое любимое оружие в игре. Вот этой хренью мы и воевали, по-моему, всегда. А вот подожди, вот это вот какая-то энергетическая пушка ведь, правильно? Вон третья снизу. Точнее, третья сверху. Вторая снизу. Да, какая-то энергетическая пушка. А что у нас еще есть? Гранаты есть. Гранаты. Вот гранаты, вот хоть жопой жуй, блядь. А, подожди, 5 гранат. Этих полный комплект. Тоже 5. Жучков. Жучки есть, блядь, 10 жучков, нихуя себе. Все. Погнали, хорош пиздеть, как говорится. Надо продолжать. Мы вот упали, я вот помню, вот в это очко. Вниз. По-моему, сдохли даже. Раза два, а может и один. И увидели в конце серии, что здесь убежал паучок. Здоровый хэдкраб по имени... Как его, блядь, вот зовут? Я уж не помню. Ганарч. Ганар как-то... так, вроде... Как мне отсюда выйти-то? Я... А, здесь проход есть? Нихуя ж себе. Есть проходик, ладно. Спокойно, только не сдохнуть. Есть проходик. Ну я что-то изменений-то в графе не особо вижу. Вроде бы так же и нарисовано все. Все красиво, все ярко. Вырви глаз. Блядь, вот, эх, нихуя все. А паучок-то, блядь, выебываться решил? Нихера себе. А как мне туда пройти? А, здесь есть проход. Возможно. Он специально... Да невозможно. Это точно, блядь, он специально так сделал. Это сволочь. А это что такое? Сейчас, бляха-муха, все забыл. Вот это что такое? Кто ты? Это надо убить? Нет? Это не убивается? Не, ну тут зенки-то еще не так вылезают. А вот когда мы только начинали мир Зен, где там все в синих красках таких ярких было, блин, я прям после каждой записи в натуре... А, это лечилка, я помню. В натуре прям глаза слезились. Подожди, вот эту хуйню, наверное, пробить можно, да? Ведь я что-то вот не припомню. Ну-ка, с пистолетом ее ебанем. С пистолета мы ее не ебанем, к сожалению. А как же нам ее ебануть? Граната. РПГшку я не буду тратить. Идите на... Уй. Гранатка. Ну-ка, да, гранату метнем туда. О!
Гранатка действует, хорошо. Идем дальше. Я буду тупить, страшно. Из-за того. Да я всегда туплю, блядь. Что-то, надо признаться. Я буду все исследовать, проверять каждый закуток. Плюс ко всему, буду продвигаться очень аккуратно. Что-то, блядь, подлагивает нахуй немного. Буду пробиваться очень аккуратно. Мужик, блядь. Ох, нихера себе, сколько я тут гранат-то набрал. А что в нем? У меня что-то моргает, надо это взять или что? Нет. Надо, наверное, взорвать опять. Вот эту вот хрень жалко не убивается. Вот эти мухи наши. Пчелы, мухи, блядь, хуй знает, как их назвать. О, не убивается, ты смотри-ка. Значит, ты та убивалась? Это что, у него голова? Голова, да. Значит, с этой хренью... Мухометом. Все, убивается у нас. Стой, вот, вот это вот, вот это тоже оно. Или нет, или это просто кусок стены такой. Возможно, возможно, это и камень. Просто на... Вон оно, блядь. Во-о-о-о! Тихо, тихо, тихо. Что за хуйня? Блядь, да ладно, вы что, охуели, что ли? Он закидывает хэдкрабов. Или кто это такие? Хэдкрабики. Хэдкрабики, не ебите мозг. Все, что ли? О, блядь, сколько их там много, ты, блядь. Да, мне сейчас тут ебсти будут. Есть. Давайте, мухи, возвращайтесь на родину. А тут... А так можно было? Да. То ли, блядь, не помню, то ли не знал про такой режим огня. Вот этот ты живой? Нет, ты дохлый. А вот этот? То, смотри, как ебошит, блядь, мухами нахуй. Хуеть, блядь. Нам надо нам сохраняться. Кстати, я еще не знаю по поводу... Так, подожди, F5 у нас что такое? F6 тут сохранение. Да, F6 сохранение. Я не знаю по поводу перевода. Я когда загрузил этот тест, перевод тут есть как бы вроде бы. Но по поводу озвучки, субтитров, всего остального, я что-то не в курсе. Будет ли тут работать все это? Да как так-то? Ну, будем надеяться, что все будет работать нормально. Хотя, хер знает, тут диалогов-то... Диалоги, по идее, должны быть. Так, ну-ка нахуй, тут что у нас такое? Что за дыра? А у нас что-нибудь типа фонарь... Фонарь есть, бляха-муха. Шикарно, шикарно. Блин, вот все забыл. Считайте, 2,5 месяца прошло. Практически с момента последней записи. Тут хочешь не хочешь, забудешь. Камушки сыплются. И хэдкрабики, блять, летят. Летять крабы. Летять крабы. Да ты заебешь, ты дохлого. Сдохни, скотина. А че, где? Вон еще один бежит, смотри-ка. Очень аккуратненько надо действовать здесь. Припасов, я как помню, маловато. Всяких патронов. Вон еще один. Аптечек. Так что продвигаемся по метру в час, как говорится. Блять, там оно вон выебывается, между прочим, за стеной-то. Ну тут вон что-то, блять, выебывается. Где ты, сука? Бздишь? Ой, господи, боже мой. Бздит. Я здесь не упаду. О, вон оно идет. Оно или он. Давай, 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 это самое, проходи. Сука, это... Что вы заебали, блядь, крабики на... Где, 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 где? Ну вот же краб-то, блядь, ну попади ты в него, мухи, блядь. Ну вы что, какие сегодня? Филоните? Филоните, блядь. Так, где оно? Ну там бегает, блядь, за стеной. Вон цветочек, блядь, что-то... Головой паник. А, он съебался, он спрятался. Головой паник. Не, ну у нас 95 здоровья, 88 энергии. Это пока что нормально, как бы, наверное. Вот это пробить можно? Вот я не знаю. Не, наверное, это не пробивается. Блять. Не, ну можно, конечно, скажете, блять, хуй как медленно. Можно, конечно, сломя башку, побежать вперед, потерять все здоровье. В надежде, что
Там, возможно, будут аптечки дальше. Но я так не прохожу игры. Я стараюсь поаккуратнее как-то действовать в большинстве ситуаций. Так, у нас давайте мы опыт сделаем. Вот это хуйня. Спокойно, сейчас мухи вернутся, мы их от... О, слушай-ка, блядь, это вот прорывает. Энергию взяли. 100%. Слушай, я точно слышал, что она сказала энергии 100%. Энергии 100%. Что-то лежит. Оба-на! Патроны, припас, аптечка. Погоди, у меня что не было там? У меня не было дробовика. Сколько у меня сейчас? 17 пулек. 17 пулек. Я не помню, тут дробовик-то эффективен или же фуфельное оружие. Ну-ка, вот так вот, если я просто буду ебошить. Нет? Не, вот этим залпом-то прям сразу все... Вон оно. Залпом-то сразу все убивается. Все убирается. Вся эта паутина. Мухи далеко летят. Муха он там только что ебнулась в стену. Я сейчас видел. Сохраняшечка. Сохраняшечка прошла. И чего? Водичка льется, шумит все очень сильно. А куда идти-то? Там, по-моему, пола нет. А нет, пол есть. Но далеко. Надо быстренько. Мы бегать умеем? Мы бегать умеем. Вот. Сейчас так потихоньку все и вспомним. А вот это вот... А вот это вот... Блять, говно течет. А вот это мухами уже, судя по всему, не пробивается, да? Это очень плохо. Это очень плохо. Придется гранату, что ли, нам использовать? Подожди, а тут что-то ведь... Мы как-то... Тут что-то газ, что ли, какой-то, или чего? Что такое шипит? Блин, мухи не пробивают эту хуйню. Давайте гранату тогда кидать. Что делать-то, блядь? Делать нечего. Да, там вон газ. И идет из этого цветочка, или как его назвать, хуй знает. Цветуечек. Надо было поджечь. А может быть, патронами надо было поджечь. Может, как пистолет. Пистолетная пулька попала бы в камень. Там, я не знаю. Произошла бы искра. Искорка. И все как херануло здесь только. Весь этот дзен, блядь, по пизде пошел бы. Ну-ка, подожди-ка, я тут еще раз сохранюсь. У нас что-то как-то, блядь, меня тут пугает идти-то дальше. Где оно? Вон оно, блядь, и глянь нахуй. О-о-о, ебать тот рот, нахуй. Ебаный рот. Оно сейчас меня будет есть. А я не знаю, я бегать могу на постоянку. Я так понимаю, вот это нам тут прям дорога, блядь, подсвечивается. Хуй знает. Я прав, не прав. А, слушай, я на постоянку могу бегать. Спокуха. О, блядь, прыгай нахуй! Еб твою мать! Оно сзади бежит, судя по ударам, блядь. Куда идти-то? Ебаный рот. О, повы эти самые. Да идите нахуй, крабы! Вон еще один. Вот это. Вот это орган у него, блядь, открылся нахуй. А что мне тут делать-то? Я что-то... Не туда пошел, что ли? Да как так-то? Ах ты, тварь! Ах ты, сука, животное, блядь, инопланетное! Я здесь не пройду, ты не пройдешь, да? Я понял. Ты не пройдешь. Спокуха. А что мне с ним делать-то? Где? Вон этот зверь-то, блядь, там... А вот здесь меня не ебет огонек. Оно потухнет, интересно, когда-нибудь? Или это все? Или это конец, блядь? Слушай, оно не тухнет. Или тухнет? А как оно потухнет? Есть тут месторождение газовое какое-то, блядь. Ты смотри, блядь. Я, наверное, не туда пошел. Наверное. Ну, подсвечивалась-то здесь дорожка-то вроде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как, чё, как быть? Ну как быть, блядь, вот так нахуй. Так.
Ну, я точно в него попадаю. У меня даже какие-то следы там остаются на пузе. Че это? О, аптечка, блядь. Стоп. О, потухло, ты глянь. Ну, потухло-то потухло. А хули толку-то нам с этого потухания, да? Нам надо его прогнать. А, о, тут проход есть. Надо его прогнать. Уходи! Надо его, блядь, прогнать. Мы идем сюда. Блин, вот сохранится или нет? Слушайте, ну у нас 100% здоровья, 70 энергии. Давайте я сохранюсь все-таки. Очень важный момент игры. Сохраняться в правильное время. То есть, если ебануть не вовремя, то можно все испортить. Не понял. Не понял. А как мне туда, да? Подожди, может быть, побежать сюда быстренько, он не успеет переметнуться к этой дыре, блядь, и выбежать быстро. Тут вроде проходов-то нет больше никаких, правильно? Давайте так попробуем. У нас сохраняшка. И, блять, а тут камни завалили. Завалило все к хуям. Что? Тут выхода нет. Как в метрополитене. Секунду. Может быть, гранату метнуть туда? Я вот не помню что-то. Не помню, блять. Я не знаю, нахуй. О! Не помню, блядь. Так, стоп. Тут где-то газ есть. Я в оригинале-то, может быть, и доходил до этого момента. Но... газ. Ну-ка, подожди, давай пистолетом попробуем. Во! Смотри, мы ей жопу подожгли. Убери, блядь, эту дуру. Опа, а у нас, смотри-ка, энергию мы взяли. Да, слушай, а я вот не помню, какая помощнее. Вот это что делает у нас... Это, по-моему, стреляет. Да, а это у нас, по-моему, луч, блядь. Да, действительно. Но мы будем пользоваться мухами, естественно. А как иначе? Вот так сейчас сделаем. Это залупа там убежала. Сохранено. Че это? Ой. Я в чем-то застрял. Это кто, блядь? Водичка. Опа! Патроны для дробовика. А мы туда уже не полетели. Почему патроны плавают, блядь? Вопрос у меня такой. Стой, тут воздух-то ведь кончается. Воздух кончается, секунду. Слушайте, так вода классно нарисована. Я не знаю, на ютубе будет видно, не будет. Но вода нарисована вот... Когда вот именно... Вот тот момент, когда в нее попадаешь и погружаешься, охуительно. Что делать? Что нам надо здесь делать? Я куда-то провалился. А как нам? Сюда я залез. Все, блядь. Стоп, может по этому по этой штуке пиздануть? А, она взрывается. Ёбаный рот. А, вода заполнилась. Ты глянь, точно, блядь, тут же это хрена. Да, она будет и дальше заполняться? Нет, только до определенного уровня. Слушай, так интересно, блядь, на самом деле. Я играю, блядь, и наслаждаюсь игрой. Еще бы вот эти вот какие-то микрофрезы появляются. Слушай, а у меня же сапоги какие-то есть. Перемещение, точно, нам еще на земле их выдали. Газик, где у нас газик? Газик вот здесь, пистолет берем, струляем. Мать твою, блядь. Там крабик, блядь, ебать тот рот. Водичка. Я не знал, что такой подвох тут нас будет ждать. Там крабик горел, я видел точно. А вот он, блядь. Вот он. Подожди, как тут кнопка, блядь? А, во, есть кнопка оружия предыдущего. Точно. Вон еще крабик. На нахуй.
Из земного пизданем. Давай, перезаряжайся. И сейчас выберем мухомет. А почему ты не сгорел? Дядя, блядь. Ты какой-то... несгораемый? Из несгораемого материала? Кстати, а тут, по-моему, есть... Ну-ка, нахуй. Опа! Это у нас лечилка. А еще где-то такая же есть, наподобие с броней. То есть броню устанавливает. Вроде бы. Ну там водичка, наверное, не ебнем. Нет, не упадем. Сильно-то. Оп. Так. О, полывем. Подводная одиссея команды Кусто, блядь. Ну, плавает он тут, по крайней мере, адекватно. Так, вот эту ебать надо забить. Давай, блядь, поднимайся на поверхность. Что мы тут видим? Слушайте, вот эта хуйня, блядь, так строчит здорово надо. Я убил? Нет, она, наверное, просто в куматозе, блядь. Убили-то вряд ли. Вот. Надо сохраняться каждую минуту, каждую секунду, я бы даже сказал. Это мы пробьем, это мы... Блядь, что такое произошло? А, вода поднимается, да? Это мы какой-то там... Водяной, как назвать-то, карман, блядь. Водяной запас какой-то пробили. Очень много этих растений. А может быть, есть смысл туда спуститься? Там наверняка что-нибудь полезное есть. Так, вот оно туда убралось. А что тут полезного-то есть? Тут нет нихера. Не понял. А зачем тогда так сделали? Сатарян, что я застрял? В чем-то? Вот. Идем дальше. Цветы. Повсюду эти вот, блядь, цветочки гребаные. Лови! Ладно, стаю мух. Что там, тебя не съели, что ли? О! Сразу пизданулось. Давай, еще он там. Куда идти ты нам? Сюда, что ли? А, ну вот. Здесь. Так, 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 так. Смотрим, проверяем. Никаких припасов нету. Очень странно. Странно. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Это что? Не, наверное, вот это надо пиздануть. Из пистолета. Вода поднимается, поднимается, поднимается водица. Я сейчас сдохну, да? Прекрасно. Я в воде? Я в воде. А я в воде, а вода-то, блядь, между... А, тут есть у нас воздух-то. Во, еще выше мы поднялись. Все понятно и предельно очень просто. Значит, нам надо на самый верх, наверное, вот туда забраться. Тихо, на цветок, блядь, только нам не надо попасть. Скорее всего, несколько... Что такое, блядь, цветок непобедимый, блядь? Во, ушел. Скорее всего, несколько таких карманов водяных мы должны пробить. Что такое? Застрял? Нет, нормально. Идем дальше. Здесь что у нас такое? Здесь не знаю чего. А, вон это мы. Где это мы, блядь? Где это мы? Ох, сколько вас тут много! Вы че, ребята, блядь? Давай, давай, давай. Давай еще один. А что это такое? Подожди. Блять, еще два есть. Я думал, все сдохли уж. Так, мои верные мухи. А вот это вот как-то... Нет? Сломать нельзя. О-о-о! Где крабик? Крабик сдох. Мухи — это вообще мощное оружие-то. Как я помню. Фонарик где? Фонарик вот. Это тут небольшое логово. Хэт крабов? Опа, она. Подожди, я пришел отсюда, блядь. Ну, нихуя себе, вот эта комната, блядь.
А, вот, смотри-ка, еблысь на. Все, пробили. Дно. Дно пробили. А что дальше? Ну, дно, блядь. Дно пробили, хорошо. Ну, дно-то мы пробили. Это мы появились там, где взорвали. Где образовали прорыв воды. Значит, не сюда. Значит, не сюда. Куда-то еще надо идти. Значит, не сюда. Нам надо воды поднять, наверное, до самого верх. Давай смотрим. Что это такое, блядь? Что-то летает? Ну-ка, стаю мух. Да не тони. Секунду. А вот это ведь... Сейчас разберемся. Секунду, давайте-ка мы посмотрим, что тут у нас вообще в принципе еще осталось. Подводная пещера у нас только одна, вот как бы, да? Вот это вот. Но мы оттуда... пришли. Соответственно, где-то здесь должно что-то быть. Давайте повнимательней походим, посмотрим. Повнимательней, повнимательней. Хуя знает, где-то что тут смотреть надо. Подождите. Ну что-то же надо, что-то же должно тут быть. Тут взорвали, тут пробили. Вот, кстати. Во! Еще воду мы активировали. Давай, ныряем. Ныряем и плывем. Плывем сюда. Я же говорю, надо воду прибавить еще тут. Немного. Всплываем. Сейчас мы пройдем вот сюда, вот, наверное, уже, да? Да. Сюда пройдем. Значит, сохраняемся еще разик. Эх, раз и еще раз. Тут что за закуток? Это как бы параллельный туннель. Как я понимаю. Спокуха. Тут ничего нету. Угу. Надо падать. Надо падать. Висячка висит. Хуя себе, блядь, я уже забыл про вас. Висячка, ты глянь, блядь. Скучал, скучал, надо признать. Дай-ка ее ебашить нахуй. Мухами. Давай, ебаш мухами. Ну, что там? Во. А что, нет? Все. Сдох. Сдохла. Эта хрень нас выдержит? Во-во, здесь вот водичка течет. Подождите. Значит, тут течет водичка. Как нам ее... Что я сделал? Надо как-то... Вот здесь пробивается, наверное. Все, не? Горит, горит, горит. Сейчас что-нибудь упадет вниз. Пробьется все к херам. Крабы, блядь. Все, сдохли? Все? Нет, не все. Вон еще один ползет. Все. Бляха-муха, еще один. Да сука, сколько вас тут так? Я вроде вас пиздячу. Никак не дохну. А, я понял. Давай прям туда, блин. Во! Ой-ой, вода. Тихонько. Надо всплывать. Надо всплывать с ручником. Я быстрее плыть не могу? Не могу. Что за хуйня? Я кто-то... Рыба, блядь! Блядь, про... Где она? Про рыбу-то я и забыл. Где рыба-то? Рыба... Вся? Блядь, рыба укусила, охуеть. Ладно. Будем считать, что рыба вся. Вопрос возникает. Слушайте, как нихера себе, как высоко... Какие длинные щупальца-то вот этой штуки. Она даже до поверхности не достает. Вон она что. Ладно, плывем. Плывем сюда. 90% О2. То бишь кислорода. Сохраняемся. Обязательно. Вот эта хрень, по-моему... О, смотри, тут сколько всего. Ёбаные гранаты. Вот эта энергия... Да, вот это просто шикарно. Шикарно.
Шикарно. Блин, надо вот тут вот точно сохраниться еще раз. Перед... Что за говно тут течет непонятное? Ага, а нет, это кристалл светится у нас. Стой, 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 я уже куда-то качусь, твою мать. Что это такое? Ебать, тот рус нахуй. А что он делает? Не понял. Ты что, блядь? Он стоит, ничего не делает? Или хочет спросить такой, ну и хули? Я не знаю, мужик, блядь, подожди, нахуй. Или баба. Кто ты, нахуй? А, эта хуйня мне стрелять не дает. Чё ты делаешь-то? Ну и хули ты встал-то? Нам мне надо сюда пробежать. Ладно. О, не любит огонек-то. Наш. Зверь. Зверь. Он съебался, да? Или это он? Это он. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, он что, за мной что ли побежал? Уяси. Вот это неожиданно было. Так, 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 так. Я так понимаю, нам угонек. Угонек, блядь. Я че, какая кнопка-то, блядь, где у меня? Ёманы. Давай, ебош! Вперед! Ого! Сука, бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой, меня жгет. Бежим, 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 бежим от него. Подальше. Во, энергию взяли. Музяка какая классная. А я помню, что это. Блядь. Я в оригинале припоминаю, что это было. Музяка прям тащит, бляха-муха. Ну что, сука? Ну что оно делает, я, блядь, не знаю, нахуй. Так, мухами будем ебошить. Где она? Вон она. Мухами ебошим. Спокойно. Ты давай тут не выебывай. Так, тихо-тихо, он что-то там будет делать сейчас, да? Кислоту кидать. Ой-ой-ой-ой, кислоту кидает. Да, блядь, ты чё, как больно-то мне сделал? Я не знаю, я правильную тактику-то выбрал, то, что ебошу его мухами. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, блядь, тут крабики, нахуй. Охуеть. Спокуха. Интересно, тут аптечка есть какая-то? Да давай беги, этот самый, как тебя, господи, блядь, Фриман, да? Не надо, блядь. Да как твою мать, ты ебошить надо мухами его. Точно, сейчас. Может, гранатомет взять? А хули нет-то, да? Блядь. Так, 73. Да хватит мне отвездошить-то, твою мать. Что ты, блядь, этот самый Фриман-то? Бегает слабовато, блядь. Попал. Попал. Опа! Ушел, бляха, пиздец. Мимо! Не может быть этого. Я точнейший выстрел совершил. Я не пойму его тактику, блядь. Он бегает, 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 бегает. Бегает, бегает. У меня есть энергия. Энергия. У меня здоровья, правда, нету, блядь. Но энергия есть, все, пизда. Ладно, подождите. Это была первая попытка. Нет, наверное... Хотя, что с мухами-то, блядь? Мухами мы ему хоть что-нибудь нанесли, какой вред, интересно. Как загрузиться нам быстро? Загрузка. F7. Главное, блядь, сохранение не нажать. По дурочке, блядь. Загрузки тут... Конечно, дикие, блядь. Загрузки достаточно долгие. Давайте-ка мы... Инвентаризация. Инвентаризация. Что у нас тут? У нас 96% вот этого энерго... Оружие, оно, кстати, по-моему, заебательское тоже. Ну, давайте. Давайте попробуем им, что ли. Оно, по-моему, еще накапливается или... Или нет? А, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стой, стой, оно накапливается точно, блин.
Что, это хуйня ебошит? Блять, как от него уворачиваться, я что-то понять не могу пока. Все, сейчас надо тут быстро, блядь, действовать нахуй. Все, отскакиваем, ебаем и отскакиваем. О, мне ебнул этот раз. Еще разик ебнул, молодец какой. Хорош человек, блядь. Да как... Что? Че это за нахуй был? Не понял. Это меня ебнул? Я вроде ничего не... Да ладно, ты так быстро у меня захуячил, что ли? Я в прошлый раз дольше, блядь, продержался-то вроде бы. А чем это? Меня бревном так наебнул? Хуеть, блядь. Так, ну-ка. Да ладно, нихуя ты, блядь, дядя. Да, блядь, прыгай ты нахуй. Ну и нахуй, а просто прыгай. Тут же аптечки-то должны же быть какие-то. Спокуха. Во, есть аптечки, да ладно, ты что, серьезно, нахуй? Хуеть не встать. Что такое? Кто меня, это ебет кто-то? Да, действительно. Попал по мне. Блин, у меня на шипы на эти кидает. Перезарядка, блядь. Естественно, вовремя. Давай, прыгай. Сука такая. Беги, Фриман, блядь. Что такое? Это, блядь, такая перезарядка. Охуеть. Так, спокуха. Не, слушай, я его вроде ебу вот этой штукой. Ебу вроде этими мухами. Ну, не знаю, как эффективно, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня не осталось практически здоровья туда. А где его взять? Спокуха. Ну, не надо, не надо, дядя, блядь. Так, отпрыгиваем. Мухи, мухи, мухи. Там что-то у нас еще есть из снаряги-то, блядь. Что-то лежит. Блядь, пиздану, тварь. Сколько уебошить-то надо? Что тут у нас осталось? Блядь, что-то осталось. Я не знаю, что это мы взяли, блядь, но что-то взяли. Хуй знает, что, блядь. Бежим! Да ладно, хорош, блядь, я сейчас сдохну. Нет, тут... Стой. Блять, пизданул этим ядом нахуй своим. Давай, давай, заряжай. Да ебаные тараканы нахуй. Давай, блять, что так кто меня застрял, я? Маляха-муха. Где, где, где? Вон он. Давай, 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 мне хуя, что-то эти таракашки, блять. Здоровье, здоровье. Я что, тут, кстати, взял здоровье-то я немного. Тут, значит, они есть оно. Так, бегаем по кругу. Бегаем по кругу поближе к этой хуйне. Слушай, я не знаю, на самом деле, эффективно я пользуюсь. Блять, вот тараканы меня вот эффективно ебут нахуй. И вот этот хуево тоже меня эффективно ебошит. Так, бежим, бежим. У меня оружия нету. Может взять другое что-нибудь? Так, спокуха. 3%. Есть, блядь. Маляха, уха. Подожди, что-то, блядь, тут идет не так. Нет, наверное, мухи неэффективны. Против него. Может, он как-то, блядь, они его за своего принимают? Что-то я как-то
Сомневаюсь, что мы мухами его ебошим. Загруз. Ну, я продержался очень долго, на самом деле. Не ожидал от себя такого. Нам надо еще научиться правильно использовать аптечки. Вот. Надо брать в самый последний момент. Так, эта хуйня выпрыгнула. Попал. Чем это меня уебало? Так, перезарядка. Я оглох? А, стоп, по эти самые хуйни меня ебошут. Не надо, блять, ебаная кислота. Где ты, сволочь? Пизданул, есть, у меня тоже пизданул, и неплохо. Так, энергию я взял. А здесь вот валяются аптечки. Но их тут немного. Как бы. Блять, он меня на шипы уебал. Так, тихо, автомат. Спокуха, перезарядка. Да хватит, блять. Да заебете вы нахуй, идите в пизду, блять. Так, тихо. Блять, стой. Фриман, блять. Я его пройду, блять, нет, интересно, блять. Давай. Тихо. Ну надо, блять, то ли в пузо прям ебошить, нахуй. Так, спокуха. Так, отпрыгнул. Пиздец, автомат кончился, да ты чё нам? А ракеты есть. Где это я, блядь? Ого! Тут его еще и не все. Так, стоп. Спокуха, блядь. Я думал, все, уж заебошили, блядь. Хуёв там тачку, блядь. Стой, что такое? Меня кто-то ебет, блядь. Ну как эту хуйню-то убрать, блядь, зеленую? Все, кончились пульки. Хуеть. Не, погоди. Гранаты, может? Не, бля! Гранатомет, блядь, какие нахуй гранаты, блядь. Лови! 69, где оно? Два этих самых. Я его заебал, блядь. Я его захуячил нахуй с гранатомета, блядь. У меня еще 1%. Блядь, 1%. Да, 1% этого самого. 1% энергии остался. Одна ракета. И вот это, блядь. Охуеть! Блять, 66 здоровья, да это вообще много еще нахуй. Что делаем? Сохраняемся, вот что делаем. А что дальше делаем, я не знаю. А, вот очко надо прыгнуть. Прыгнули. Охуенно! Сейчас еще раз сохранимся. И на этой ноте мы закончим. На этой эпичной ноте, твою мать, захерачили мы этого гонарча. Гонарха, блин, кто как называет. Все, с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.